Так, ребят, еду по делам там. Сегодня ночью опять дождь. Не знаю, какой будет звук, смотрите. До 50 миллиметров было дождя за ночь. Вон стоит вода. Это просто капец какой-то. Это и поваленный местами подсолнух. Там у людей видел уже поваленный ячмень. Сейчас мы посмотрим, еще проедем на свой ячмень. Это, ну, хотел показать наш ячмень, который вы мне говорили, ну, задискуй с весны. Смотрите, сколько воды. Сейчас мы посмотрим этот ячмень. У нас строят, ну, дороги, обкапывают тут. Что они тут? Отсыпать, наверное, будут. Так, ребят, ну, балка вся лежит, это ячмень, но это не наш ячмень, что-то своего не доехал. Как бы интересно, в Мариуполе в ту сторону был град, туда, вчера. У нас вроде бы как градом пронесло, но оно всю ночь шло, может, где-то и пролетало на каких-то участках, пока непонятно. Тут пшеница стоит нормально напротив, ничего не повалено, едем дальше. Так, ну... Дальше интереснее. Туда, конечно, в поле заходить не буду. Смотрите, весь лежит. Весь полностью лежит. Вот так низ лежит полностью. И сюда. И низ. Там вроде центр нормально. С той стороны балка тоже лежит. Это тоже пока не наш. Это яровой, по-моему, ячмень. Да, это яровой ячмень. Как бы. Вон озимый ячмень уже желтый. Через дорогу не пойдем его смотреть. То не наш. Сейчас на наш заедем. Так, ребят, сниму с GoPro-шки. С телефона, конечно, качество будет получше. Вот, смотрите, какие лужи. GoPro-шка все-таки это экшн-камера. Значит, вот и доказательства вообще нету и поваленного, хотя тут и балочка. Вот балочка. Как бы я говорил, что Talbot, канадский ячмень этот, который мне весной там некоторые умники писали за диску его. Смотрите, какой ячмень. Во-первых, урожайность тут будет, я уверен, хорошая. Во-вторых, блин, я не пройду далеко, тут прям лужа. Во-вторых, он вообще не полег. Практически вообще не полег. Он, наверное, не склонен к вылеганию, что не может не радовать. Короче, я в него заходил, хотелось и вам показать. Блин, замажусь. Я вообще был всегда против озимых, ну, ячменей. У нас он один раз вымерз. И после этого мы как-то и не сели, перестали. Это тесте угостил товарищ. Большое ему спасибо. И я тут так относился к этому. Смотрите, какой колос. На 6 этих полосок. Я говорю, да не надо его сеять. Ну, у нас тогда выхода не было, и мы его посеяли. Он сеется позже. Он двуручка, он стартует быстро. Это канадский ячмень, толбот. Ну, тут видно, что тут урожайность будет. И вот сейчас он еще и порадовал то, что все по дороге ячмени, все пятнами лежат. Там или не там, этот стоит. И как бы, ну, я вижу, что тут есть, конечно, очень много в этом году проблем. Очень много. Ну, на всех зерновых у нас очень много проблем. Потому что мы не готовы были к таким дождям. Фунгицидом работали, но где-то... Сейчас можно, ребят, много рассуждать, какой урожай будет. Или какой должен быть, но урожай покажет уже в складе или на весах, потому что с нашей погодой, видите, какой ветер какой. Я не знаю, какой будет звук, но постараюсь как-то его. Но ячмень, этот ливень, по крайней мере, он выдержал. Даже вчера там с градом был, но он видно, какая лужа стоит, сейчас еще раз покажу. Поэтому Talbot канадский, как ревизор, рекомендую. Я шучу, ну, неплохой ячмень, мы третий год просто его уже сеем, он и в засуху ничего себе показывал, а зимы вообще культуры показывают в засуху себя неплохо, ну, и когда весной и летом засуха, смотрите, какая лужа, ну, а тут все стоит, все пока красиво, второй участок у нас там немножко получше, потому что и там было внесено, да, больше удобрений. Да, там было внесено больше удобрений с осени, и предшественник был немножко другой. Ну, посмотрим уже по урожайности. Так, ну, наш ячмень не полег, что не может не радовать, и поэтому снимать тут особо нечего. А ячмень я вам показал, такой красивый колос.
Ну, это с краю хотел бы и зайти туда, там тоже. И, ну, я ходил в тот раз, но не снимал. Да красивый, конечно, голос. А там будет видно. Все, пока, и до встречи на канале.